Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографией. Мануэль Рамирес Ибанес. Испанский художник известен в основном историческими и жанровыми сценами. Родился 21 мая 1856 года в Архоне, Испания. Я цитирую Википедию, данных не очень много. Переехал в Мадрид в раннем возрасте и начал свое обучение в настоящей Академии изящных искусств Сан-Фернандо. Во время учебы там он стал постоянным участником национальной выставки изобразительных искусств, представив две картины в 1876 и в 1878 году уже 6 картин. Получил третий приз степени за изображение смерти Франциско Писарро. Это испанский конкистадор. Работа также была представлена на Всемирной выставке. В 1879 году получил стипендию для продолжения учебы в Риме. Его первая работа была представлена в 1881 году с классической сценой «Помпейский бань». В 1883 завершил монументальное полотно «Милостыня на похороны» Дона Альвара де Луна, которое получило приз второй степени на национальной выставке. В 1892 ему была присуждена еще одна премия второй степени за урок игры на фортепиано. Работал профессором в школе искусств и ремесел в Мадриде. После смерти Хосе Касада дель Алисаля ему было поручено завершить работы, которые Касада оставил незаконченными у базилики Сан-Фернандо-эль-Гранде. В 1910 году он был удостоен приза первой степени на национальной выставке за картину «Перед классом». Три его картины были занесены туда посмертно в 1926 году. Его работы можно увидеть в музее армии Толедо, художественной коллекции Хаэна и музее изящных искусств Бадахоса. Умер в январе 1925 года в Мадриде. Вот так вкратце о испанском художнике Мануэль Рамирес Ибанес. Пока-пока, до свидания.